А когда нужно креститься? В чем суть крестного знамения? Чтобы быть крещенным, это надо один раз. И чем раньше в жизни это произойдет человеку, тем лучше. Но обычно принято крестить на 40-й день. Вот почему тогда о маме можно молиться. И на 40-й день обычно приносят младенца, и мама приходит, и совершается крещение. А что касается вообще слова «креститься», это в смысле наложить на себя крестное знамение, это когда мы едем в автобусе мимо креста. Перекреститесь. Этим вы покажете, что вы христиане, что вы не боитесь молвы человеческой. Вот. Когда мимо храма проезжаете, перекреститесь, там автобус или где. Подходите к храму, конечно, надо перекреститься. На службе, когда... Ну, вы посмотрите, как опытные люди крестятся, когда тоже надо наложить на себя крестное знамение. Утром, когда встанете или вечером молиться, перед началом, конечно, надо сделать три поклона, перекреститься. И потом, когда «Отче наш» читаем, «Царю небесный», надо перекреститься. Перекреститься. Не покреститься, а перекреститься. Или наложить на себя крестное знамение. Этим мы, первое, показываем, что мы христиане. Во-вторых, что мы крест чтим, он для нас защита. Мы помним, что крест – спаситель Вселенной. Кстати, не всегда христиане крестились. Они стали креститься в IV веке, когда обрели крест. Помните, там равноапостольная Елена и Макарий, патриарх. Они обрели крест, потом стали крест на храмах ставить, потом люди стали носить. Вот, так что крест это уже... Вот, ну, почему крест столь сильно действует на все? Потому что в нем был Христос распятый. Надо всегда думать, что крест это сам по себе, он важен тем, что на нем был Христос распятый. Вот его. То есть опять силой Господа нашего. И вот Бог ему дал вот такую силу кресту защищать нас от всех невзгодах. Помните, когда Константин Великий воевал за... И на небе появился огромный крест. И была надпись «Сим побеждай». Вот после этого христиане получили свободу своего вероисповедания и обрели крест. Стал крест вот таким. И действительно, когда крест есть рядышком, тогда уже как бы смех уходит далеко от нас, уже какой-то беспечности у нас уже нет, мы начинаем все как бы собираться, мы становимся строже к себе и к своей жизни, когда видим, что рядом у нас крест. Отец Игнатий, расскажите, пожалуйста, о празднике Крещения. Как нужно отмечать этот праздник? Праздник Крещения, он проводится 19 января. Ну, многие служат в храмах ночь с 18 на 19. Что этот праздник значит? Ну, мы говорим «Крещение Господне», то есть понятно, что крестился Господь. Перед тем, как выйти на проповедь и говорить к народу, он пришел, Кану Креститель. Иоанн Креститель до этого крестил людей водным крещением. Но он говорит, придет другой, крепче меня, будет вас крестить и духом. И вот когда Иисус Христос вышел к нему на крещение, то он говорит, мне ли тебя крестить? Я недостоин развязать сандали твоих ног. Вот в Свято-Васильевском соборе есть роспись на своде, такая большая, картина Иванова «Явление Христа народу».
Это вот как раз он шел, Иисус Христос шел на крещение. Крещение, оно само по себе, в момент крещения, был голос Отца Небесного. «Се Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». Люди это слышали, этот голос. Потом видят, что отверзлись небеса, и Дух Святый снизошел в виде голубя, опустился на Иисуса Христа. То есть людям в момент крещения была явлена еще Троица. Отец, своим голосом невидимый Отец, Иисус Христос, Сын, стоящий в Иордане, и Дух Святый в виде голубя. То есть этот праздник еще называется Богоявление. Кроме того, этот праздник еще называется Просвещение. То есть до той поры люди были в заблуждении. Они Бога не понимали, они как Троицу, как Бога не знали. И вот через Просвещение, вот омыв тело Христово иорданской водой, Иордан стал рекой святой. Через круговорот воды привод, через все очень быстро весь мир просветился. Ушло, как бы для христиан, кто стал его учениками, последователями, ушло колдовство, не стало там разных богов, все это отменило. Нет другого бога, кроме вот Бога Троицы. Весь мир поменялся. Весь мир стал, мы говорим, вот, от Рождества Христова стал отчет времени. Почему? Весь мир просветился светом Христовым, его вот учением евангельским. Вот, так что крещение – очень важный праздник. Обычно, где есть возможность, делают проруби на водоемах, вот, называется Иордань. И там люди, которые больные, решаются искупаться, там они купаются, многие получают исцеление. Купаются люди, ну, вообще, которые просто хотят как-то праздник провести необычно. Даст Бог, и мы тоже, у нас есть озеро недалеко от нас, если туда можно будет подъехать, не будет много снега, мы тоже сделаем Иордань. Там прошлый год мы делали, много людей купалось, там при нас, наверное, человек 30, а потом еще приезжали люди. Вода очень хорошая, чистая, там, но песчаная, не глубоко, это 1,20 м, где-то вот такая глубина. Вот. Ну, надо иметь в виду, что не надо злоупотреблять этим купанием. Надо очень так. Вот, а так праздник, конечно, любимый народом. Это как раз самые морозы стоят, это макушка лета, после крещения все оживает. Вот люди до крещения как-то, до Рождества сонливые такие, как бы все-все. А после крещения все, уже день немножко прибавился, уже светло стало, и люди как бы оживают и становятся новые ощущения, уже весенние. И что потихоньку все идет к Пасхе. Отец Игнатий, а вот фантастику, допустим, это, как его читать, вот, ну, никак сказать, не вредно. Время-то уходит. Вот есть, вот речку, представляете, речка? Вот в речке посередине называется стрежень, там вода течет быстрее всех. И мы вот должны туда, это как царский путь, вот туда, вот царские врата туда. И вот там водный поток идет. А та вода, которая возле бережка, она почти не движется. Она вот так вот за берег цепляется, вот так крутится из этого берега. И не идет. Вот та уже давно уплыла там, вода в Архангельск, а это еще тут в Оксаковке до города не доплыла. И вот мы должны вот так вот, таким путем царским идти, не особо отвлекаясь на какие-то ненужные вещи. Этот человек, он мало чего тогда, когда он вот так крутится, он мало чего имеет. Он прожигает жизнь там. А хорошего сделать, что-то толкового не получается. И специалист неважно. Почему? Потому что он затратил время на ненужное. Вот. А вот надо, у нас цель должна быть спасение. Это главная цель. Вторая, у нас же много забот. Мы должны быть хорошими, послушными детьми. Вот, то есть надо помочь по дому, по этому. Нас надо любить кого-то, это надо над собой трудиться. Это надо помочь там, соседям, бабушкам, которым трудно. Вот, такие всегда найдете сейчас. Вот, постираться там, может быть, кому-то еще как-то помочь.
тогда человек получает радость от этого делания. Радость он тогда, Господь ему это дает. Дает знак, что ты правильно делаешь.